берем 600 миллиграмм кефира, сахар 2 столовых ложки, соль без горки, растительное масло 50 миллиграмм, 2 столовых ложки хватит, ванильный сахар. Блины у меня будут шоколадные, поэтому я возьму одну столовую ложку, хорошую столовую ложку с горкой какао. Без горки сода. Размешаем. Двести восемьдесят граммов мука. У меня это просто 400-миллиграммовый стакан. Замешайте тесто. 100 миллиграммов горячей воды. Это необходимо для того, чтобы сделать жидкое тесто, чтобы наше тесто не было слишком густым. Быстренько замешиваем. Именно такие толстые блины у нас должны получиться. На выходе будет у нас торт, блинный торт. Беру вот такую вот шоколадную намазку, это нуга. Тонким слоем буду смазывать каждый блин. Лучше все подотрем. Ребят, крем может быть абсолютно любой. Вы можете сделать сметанный, сгущеночный. Ну, абсолютно любой крем сюда подойдет на ваш вкус. Можно использовать джем. Thank you.